Большая премьера в музыкальном театре. В пятницу зрители познакомятся с авторской интерпретацией жизни американской танцовщицы Айсидоры Дункан. Однакный балет – часть бенефиса обладательницы премии ЦФО в области литературы и искусства солистки Маргариты Заболошиной. Создать балет Маргарите представилась возможность в первый раз. До этого в качестве балетмейстера она ставила только концертные номера и танцы в опереттах. К героине балета у артистки особое отношение. Ее образ она решила сделать не привычным, трагическим, а оптимистичным, жизнерадостным. Главное, вот, мне кажется, вообще для любого человека, там, для творца или просто наслаждаться жизнью, радоваться. Самое главное. И вот Айсидора, мне кажется, она как никто другой умела радоваться жизни. В спектакле прозвучат стихи Сергея Есенина. Для большинства имя Айсидоры Дункан неразрывно связано с именем великого поэта-имажиниста. Задействованы в постановке артисты балета театра и детская хореографическая студия «Лисенок». В этом спектакле очень много заняты дети. Балетная студия «Лисенок». Очень интересные работы. То есть они, в общем-то, на себе, конечно, тянут очень много. Две девочки у нас заняты, исполняют роль маленькой Айсидоры. Это Катя Грачева и Настя Богатенкова. Ну, в общем, огромный сольный кусок со сложной музыкой, со сложной хореографией. Они умнички. Молодцы. Айсидора Дункан танцевальному сообществу известна как основоположница модерна. Движения, которые она пропагандировала, отличались от канонов. Она была новатором, смело рушила устои, предпочитая выражать эмоции. Она была за свободный танец, не за классический с пуантами, с позировками, с какими-то, а именно танец, который идет от природы, от человеческого настроения, от человеческого строения тела. И как связь со всей Вселенной. В день премьеры зрители смогут поздравить исполнительницу главной роли с бенефисом. Маргарита Заболошина танцует в Ивановском музыкальном театре больше 20 лет. На ее счету множество характерных ролей. Аделия, Эллочка, Эсмеральда. Подытоживать Маргарита не собирается, отмечает. Айсидора для нее новая веха творчества, новый опыт и новый старт. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.